Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами снова я, Blacks Infinity, и сегодня у нас второй ролик по кинематографической вселенной Marvel. Сегодня мы с вами узнаем, что такое фазы в этой вселенной, и узнаем чуть-чуть побольше про первую фазу. Ну что ж, давайте начнем. Фильмы кинематографической вселенной Marvel объединяют вместе множество героев из разных фильмов, основанных на персонажах комиксов Marvel. Чтобы не вызвать беспорядка в КВМ, решено было создать фазы. Что же такое фазы? Фаза — это период или ступень в развитии какого-либо явления или этапа. Иными словами, в КВМ это некоторое число фильмов, объединенных одной мыслью. На протяжении всей фазы нам рассказывают истории отдельных персонажей в разных фильмах, которые в конечном итоге объединяются в одну — «Мстителей». Именно этот фильм и должен завершать фазу. На данный момент полностью была завершена лишь первая фаза. В этом году вместе с фильмом «Человек-муравей» будет окончена вторая фаза, а в 2016 году начнется третья фаза. Также известно то, что четвертая фаза будет. Но что там будет происходить и какие фильмы нас там ожидают, неизвестно. Таким образом, мы имеем на данный момент всего 4 фазы. Сегодня я расскажу вам про первую фазу. В 2006 году Marvel Studios выкупает у Universal Studios 20 века Fox, New Line Cinema и Sony Pictures права на экранизацию многих персонажей. В список выкупленных персонажей попадает Халк, Тор и Железный Человек. Именно тогда Кевин Файги, президент Marvel Studios, и придумывает эту фишку с фазами. Первый фильм должен был решить все, продолжится ли вселенная или ее повлечет провал. Было решено, что началом всей истории станет сольник про Железного Человека с Робертом Дауни-младшим в главной роли, а режиссером выступит Джо Фавро. Фильм вышел в 2008 году и собрал хорошую по тем меркам кассу, а это значило, что КВМ будет жить. Так появилась первая фаза кинематографической вселенной Marvel, которая в 2012 году получила название «Общий сбор». Каждый фильм первой фазы рассказывает историю становления персонажа и его начальные этапы геройства, показывает его место в этой вселенной, а главное — индивидуальность персонажа. В самом конце фазы герои объединяются. Сначала у них не все складывается, но потихоньку они находят общий язык и дают отпор общему врагу. В первой фазе всего 6 фильмов, и сейчас я вкратце расскажу о них. «Железный человек». Сюжет повествует о гении-миллиардере, который после того, как убирается из плена, создает железный костюм и становится супергероем. Главным злодеем выступает Обадайя Стейн, железный торговец. «Невероятный Халк». Рассказ о ученом Брусе Беннере, который после неудачного эксперимента мутирует, превращаясь при гневе в зеленого монстра Халка. Главным злодеем выступает Эмиль Бломский, мерзость. «Железный человек 2». Продолжение истории Тони Старка. После того, как весь мир узнает, что он Железный человек, правительство США требует отдать костюм в их руки. Но Тони отказывается. В этот момент в России ему готовят страшную месть. Главными злодеями выступают Иван Ванко, Хлыст и Джастин Хаммер. «Тор». Фильм о Торе, высокомерном и гордым богом грома, который был лишен своей силы и изгнан из Асгарда, одного из 9 миров. Оказавшись на Земле, он знакомится с молодым астрофизиком Джейн Фостер, в которой у него появляются некие чувства. Главными злодеями выступают Локи и Лафей. Первый Мститель или Капитан Америка Первый Мститель. Сюжет фильма разворачивается во время Второй мировой войны и рассказывает о Стиве Роджерсе, молодом и болезненном юноше из Бруклина, мечтающем служить своей стране. Он соглашается принять участие в экспериментальной программе военной подготовки, в рамках которой ему вводят сыворотку суперсолдата и подвергают воздействию вита-лучей, которые дают ему сверхчеловеческую силу. Главным злодеем выступает Иоганн Шмидт, Красный Череп. И вот, наконец, тиммейт или кроссовер всех героев — «Мстители». По сюжету фильма Ник Фьюри, глава организации «Щит», вместе с профессором Селвигом пытаются обуздать мощь Тессеракта. Но через открывшийся портал, который создает Тессеракт, выходит бог обмана — Локи, посланный самим Таносом. Локи похищает Тессеракт, и тогда Ник Фьюри запускает инициативу «Мстителей», объединяя всех супергероев Земли для спасения мира от его захвата. Главными злодеями выступают Локи и армия Читавры.
Фильмы первой фазы заработали в целом примерно 3 миллиарда 811 миллионов долларов и собрали хорошие отзывы как со стороны критиков, так и со стороны фанатов. А это значило, что продолжение будет. Ну что же, ребята, надеюсь, вам понравился этот ролик. А если вам понравился, то ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, заходите в плейлист, смотрите другие видео, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Twitch. И в скором времени выйдет продолжение разбора фазы, и мы с вами встретим вторую фазу. Кстати, скоро еще будут новые рубрики, такие как обзоров сериалов DC, которые сейчас выходят. Я буду делать новостные рубрики, и это все будет на моем канале. Так что подписывайтесь, у меня теперь новые ветви развития, так сказать. Ну что же, а с вами был я, Blex Infinity, и надеюсь, вам понравился этот рассказ. Я старался, но с вами был я. Всем удачи, всем пока, берегите себя. Пока-пока.